Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы, господа, братья и сестры, нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо. Слава, слава, Господь! Славим Тебя, Господь, слава, слава, Господь, Ты всемогущий Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Сегодняшним утром, да, приветствую всех с Кривого Рога. Сегодня я, еще здесь, в Кривом Роге. Вот, и сегодня будет тоже, как и вчера, вот два собрания. Здесь, значит, в Кривом Роге, да, в одной из церквей в городе и на Карачунах после обеда. Вот так вот. Так что, друзья, молюсь сегодня вот о служении. Молюсь, объявление дал я уже в сетях, в принципе, социальных там, о служении в Кривом Роге. Поэтому, кто с Кривого Рога, то добро пожаловать. Вот, у меня вчера получалось сделать трансляцию, правда, прерывалась, но ничего, основная часть была транслируема, надеюсь, и сегодня получится. Вот, и спасибо Богу за все. Уже весна уже здесь дает о себе знать, слышите? Сегодня птицы вообще поют еще лучше, чем вчера даже. Утром, слава Богу. Да, сегодня у нас 7 апреля 2019 года. В традиционном православии, значит, Благовещение праздник. Вот, праздник Благой Вести. Ну, мне нравится само название, что да, праздник Благой Вести, Благовещение. Ну, имеется в виду исторически, как бы библейские события вспоминаются, когда Гавриил, ангел, да, пришел к Марии, деве, вот, и благовествовал ей, значит, сказал ей об этом чуде, которое должно произойти, рождение Спасителя, что она забеременеет без мужа от Духа Святого, да, и родит сына, и нарекут ему имя Иисус. Спасибо тебе, Господь. Хотя исторически это было, конечно, не весной, вот, исторически это было зимой, это было... Получается, по-нашему, в декабре месяце, да, исторически, если брать. Вот, но за 9 месяцев до рождения Спасителя, потому что рождение Христа было, опять-таки, исторически, если брать, не церковно, не традиция, о чем говорит человеческое предание, там, что якобы там в декабре или там в январе, не-не-не. По-нашему, получается, в середине сентября рождение Христа было. Поэтому исторически Благовещение было, да, в декабре, как раз в одни Хануки. Так здорово. Красивое совпадение, очень красиво, мне нравится. То есть исторически как раз благовествовали, а ангел Гавриил, да, благовествовал как раз именно в тот праздник, когда мы зажигаем светильники и празднуем Хануку, да, Шавуатов, свет истинный, да, Иешуа Машиах, Иисус Христос, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. И Он свет истинный, да, значит, Его зачатие, Его произошло вот именно от Духа Святого, именно на праздник Ханука, получается, исторически, слава Богу. Вот, но по церковной традиции, из-за такого древнего антисемитизма, вот, ну, немного в другие времена все празднуется. Слава Иисусу Христу, шалом, братья, мир усим, народ Божий. Аллилуйя, Роман, аллилуйя. Благословляю всех вас во имя Господне, друзья. Доброе утро всем, кто подключается, кто подключился уже. Можно начинать уже, думаю. Да, значит, 6 утра, значит, по киевскому времени, в Украине 6 утра. Вот, и привет всем с Кривого Рога. Благословляю всех. С Кривого Рога. Здесь я уже больше недели нахожусь, проповедую Божье Слово.
Вот, и сегодня буду в двух разных собраниях, поэтому спасибо всем огромное за поддержку, за участие в моем служении, за молитвы ваши. Слава Богу. Вот, и даст Бог, уже завтра утром буду уже у нас в Киеве. Насчет трансляции я не уверен, там получится или не получится ли. Вряд ли, наверное. Поезд приходит. Я даже не посмотрел по расписанию, во сколько он приходит. Но утром, как раз, наверное, в это время, наверное, где-то. Ну, посмотрим, ладно. Как получится уже. Если что, значит, включу где-то там по дороге. Где-то в парке, где-то найду место. Слава Богу, для трансляции. Вот, благословляю всех вас во имя Господне. Да, и завтра вечером уже, даст Бог. Сегодня вечером, не знаю, наверное, не получится. А вот завтра вечером уже начну тогда такой предпасхальный семинар, беседы, предпасхальные беседы. Потому что время уже к Пасхе. Сегодня уже второе число месяца Нисана. Вот, и да, был вечер, и утро, вот уже 2 числа. Вот, если обратили внимание, серп Луны, да, уже чуть-чуть подрос. То есть он новомесячье вчера праздновали, зарождение нового месяца. Этот месяц Нисан, это месяц Пасхи, месяц вот, чуда исхода. Слава Богу! Аллилуйя! Но наша Пасха – это ныне сам Иисус Христос, сам Спаситель наш. И Он с нами во все дни до скончания века. Наша Пасха постоянная, 2000-летия уже продолжающаяся, 7 дней в неделю. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, спасибо. Благодарю тебя за это доброе утро. Прими сегодня фимиам молитв наших, Боже, как благоухание, как благовонное курение, Господь, к престолу славы. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, драгоценный Господь, спасибо, спасибо, возлюбленный, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Тебе, Господь, благодарю Тебя за это доброе утро. Птицы вон небесные славят Тебя. Деревья, кустарники, трава, животный мир, растительный, все славит Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. А наипаче человеческий род славит Тебя. Боже всемогущий, все дышащее хвалит Тебя. Благослови, Господь, сегодня нас. Благослови сегодня народ Своим миром. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Благослови сегодня и причастие, и Евхаристию. Сегодня, когда миллионы-миллионы верующих разных конфессий, разных деноминаций вспоминают о чуде Благовещения,
о чуде Бога воплощения. Боже, пусть совершается чудо в этих размышлениях, Боже, в этих воспоминаниях. Пусть, Господь, миллионы душ возжигаются Твоим огнем, Господь, Духа Святаго огнем. Боже всемогущий, пусть истинность Бога воплощения, реальность Бога воплощения будет в наших судьбах. Аминь. Доброе утро, Ольга пишет, да, хорошей дороги в Киев. Спасибо. Спасибо, тоже вас благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю Киев, благословляю Кривой Рог. Здесь, в Кривом Роге, я вот все это время здесь на 95-м квартале живу. Такой, да, теперь уже очень на слуху такой квартал. Вот, и здесь благословляю Кривой Рог. Это так, я так предполагаю, полагаю, где-то центр, наверное, Кривого Рога. Ну, больше, меньше. Вот, и благословляю Кривой Рог, Кривбас, благословляю во имя Иисуса Христа. Благословляю всю Украину. Пусть прославится имя Господа Иисуса Христа и здесь, в Кривбасе, и по всему миру. Аминь, аминь. Александр пишет, да, тоже. Аминь, не давайте место дьяволу, пишет. Аллилуйя. Так и ему и места-то нет никакого. Если наши сердца заполняются Богом, то врагу просто-напросто нет места, просто абсолютно. Слава Богу. Заполняемся Господом. А, кстати, вчера тоже проповедовал на эту тему как раз тоже, что в двух тоже разных собраниях говорил о погружении нашем в Господа, особенно на втором собрании уже. Вот, трансляция была, поэтому она сохранена, поэтому можете посмотреть вчерашнюю проповедь, вторую уже там, последняя там, значит, да, запись. И как раз говорил о нашем погружении в Него, в Господа, и о Его погружении, Божьем погружении в нас. Примеры приводил, свидетельствовал вновь и вновь вот братьям, убеждая их, и сестер, убеждая погружаться в Господа, вот, пребывать в Нем. Кстати, вчера я благодарю Бога сегодняшним утром за беседы эти, за общение. Слава Богу за все. И вчера один брат, как же его зовут? Он сказал ее, как-то забыл. Мельком так мы общались, уже на выходе. Брат высокий такой, он пожилой человек, и он сидел в тюрьме. Вот, и ну, было видно, что так жизнь его побила, прежняя его жизнь, да. Но знаете, глаза светятся. Хотя видно, что да, вот жизнь его побила, и враг и поиздевался над его душой прежде. Но ныне видно, что человек преображенный уже. Глаза светятся, любит Господа. И вкратце так вот, буквально там минуты, две, может, пока мы там на выходе уже побеседовали, он кратко сказал свое свидетельство, вот как Господь пришел в его жизнь, вот прямо в тюрьме. Вот, как он не умер, как Бог его сохранил душу, как он заботился о других людях, которые там в еще худшем состоянии были в тюрьме. И знаете, я вот действительно, вот он сказал, что да, я понимаю, то, что вы говорили сегодня, вот, ну, я говорил тогда как раз на служении последнем об этом преображении, о нашем погружении в Господа, вот, о Его свете, который нас просвещает. Спасибо Господу, спасибо Боже за все. Вот, и видно, когда действительно вот, человек преображенный, слава Богу, это великое чудо. Для меня в эти дни, вот здесь в Кривом Роге, много было таких сильных свидетельств. Вот в понедельник, вторник я проповедовал, значит, в центрах реабилитации. Вот, вот, и очень благодарен Богу. Я камеру брал с собой, записывал, и видео, по-моему, уже выложил. Я уже забыл, что я выкладывал там. Вроде выкладывал уже, да. Вот, если нет, то я в Киев приеду, посмотрю там на камере все, что есть там, все повыкладываю. Вот, и очень было для меня и в понедельник, и во вторник здесь вот и на Севгоке, горно-обогатительный комбинат, так мне объяснили, на севере Кривого Рога. И на юге был, в Латовке. В Латовке там тоже центр реабилитации.
Слава Богу. Я очень Богу благодарен за братьев, за их свидетельство, что вот любят Господа братья. Вот, и наркоманы, алкоголики, значит, преступники прежде, ныне дети Божьи, ныне славят Господа Иисуса Христа. Знаете ли, как вот это вот радостно видеть, что действительно дела дьявола разрушаются. Царство тьмы трещит по швам. Сеть, написано, расторгнута. Помните в псалмах, да, у Давида? Сеть расторгнута, и мы избавились. Сеть расторгнута, и мы избавились. И вот я и в понедельник, и во вторник вот слушал братьев. Я, ну, больше говорил, конечно, там, потому что меня пригласили как проповедника. Не просто в гости, вот. А так я с большим удовольствием послушал немного братьев, их свидетельства. И знаете, для меня вот это вот как раз свидетельство живого Бога, свидетельство того, что Бог делает ныне, сейчас. Это вам, дамы и господа, братья и сестры, это вам не огонь там на Пасху, там какой-то там сам собой зажигающийся. Это не иконы там плачущие, кровоточащие, мироточащие, там слезоточащие и прочие всякая мишура. Все эти чудеса, такие, знаете, в решете, как говорится, в кавычках-то, в любых религиях таких полно, полным-полно. Но вот именно реальное, Божье, живое чудо живого Бога, почерк наш, нашего Бога, почерк нашего Господа, жизнь и жизнь с избытком. Вот, и это действительно, это спасенные души, это действительно духовное возрождение. Иисус вообще говорил, что кто не увидит Царство Божьего, кто не возродится свыше. Если не возродится свыше, то не увидит Царство Божьего. Да, вот брат напоминает, где написано по поводу сети расторгнутой и душ наших избавленных, в 123-м псалме. Да, кстати, у меня даже одно время там был дипломат, значит, и на нем я здесь в Киеве, купил когда-то наклейку такую большую, как раз, она была такая большая, что на весь дипломат как раз прям, чух. Вот, значит, и как раз вот это вот место писания было, я помню, вот я там пару лет ходил точно вот с этим дипломатом, вот, пока он не сломался там, значит, да, вот, и как раз вот именно вот сеть расторгнута, и мы избавились, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже всемогущий. Благословен Бог наш, благословен Господь. Благодарю Тебя за жизнь и жизнь с избытком. Благодарю Тебя за жизнь вечную, за дар Твой. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, Боже. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Братья, сестры, нам приятно слышать, как птицы поют, славят Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Нам приятно слышать, но им, животным, птицам, деревьям, приятно слышать, как мы славим Господа. Человеки, люди, человеки, дети Божьи, вот, и в этом есть что-то действительно как отголосок рая, как осколок вечности, как отголосок, отблеск былой славы и будущей славы, наипаче будущей славы. Слава Господу! Да, если бы не Господь был бы, где мы были? Слава Господу! Хвали, душа моя Господа! Александр пишет, да, это да. Вот, и пусть... Потому что это естественно для человека славить Бога. Как естественно для всего творения быть в общении с Богом, славить Бога. Деревьям, всем рукоплескать Господу, естественно. Да, животным, растениям, всем-всем славить Бога. Птицам славить Бога, естественно. А наипаче человеку. Человеку свойственно, естественно
славить Бога. И наоборот, неестественно, противоестественно не славить Бога, бесславить тем более Бога. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо за действительно милость и благодать твою, Господь. Благослови сегодня хлебопреломление. Благослови сегодня. Я сегодня преломляю хлеб, сегодня я совершаю причастие, Евхаристию. Здесь, вот в Кривом Роге, рассуждаю о теле крови Господа Иисуса Христа. Рассуждаю, молюсь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословен ты, Царь. Благословен Господь. Благословен Царь Вселенной. Благослови народ свой миром. Сегодняшним утром благослови нас, Господь. Прими хвалу. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за воспоминания тела и крови твоих жертвы. За тело и кровь твои. Спасибо за жертву твою, за любовь твою. Спасибо. Спасибо за любовь твою вечную. Спасибо за жизнь Твою в нас сущую. Я принимаю жизнь Твою, Господь, я живу Тобой. Я дышу Тобой, кровь Твоя святая омывает. Оживотворяет меня, Господь, кровь Твоя. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную. Бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо, Боже Всемогущий, за тело и кровь Твои. Спасибо за жизнь, которую принимаю я, которой живу, Твоя жизнь. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Христос Иисус. А что живу на земле, то живу верой в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Спасибо, Господь, спасибо, Святой, спасибо, спасибо, спасибо. Благослови, Господь, сегодня. Благослови, Господь, сегодня нас, причащающихся, тела и крови Твоих, рассуждающих о великой жертве Твоей. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, драгоценный Бог, возлюбленный Бог мой. Спасибо, спасибо. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Аллилуйя! Да, Господь, это Ты. Ты и только Ты, Господь. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо Тебе, драгоценный Бог мой. Ты возлюбленный мой, единственный и неповторимый. Я принадлежу Тебе, мой возлюбленный, а Ты
Господь, принадлежишь мне. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес, Сына Своего, Господа нашего Спасителя, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа. Благословен Ты, проливший за нас святую кровь Свою. Спасибо, ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя, Боже, не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь наш. Аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Жизнь с избытком. Ты есть воскресение и жизнь. Ты есть, Господь, чудо жизни новой, жизни вечной. Благодарю Тебя, мой Бог и Царь, великий Государь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все. За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь и Спаситель мой, Иисус Христос. И поднимай бокал, Господь Божий, во славу Твою, Боже Всемогущий. Чашу Господню поднимаю. Имя Господне Твое призываю. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, Боже Всемогущий. Спасибо кровью Твоей святой, жертвой Твоей, любовью Твоей жертвенной. Я спасен, прощен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Спасибо, Господь, спасибо, драгоценный мой Бог. Слава Тебе. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо. Чем могу воздать, о Господь? О, спасибо, спасибо за то, что дал Ты мне жизнь и благодать. Свой свет Ты зажег в греховной тьме. Голоса ангельского пения. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо, Боже. Ты принимаешь хвалу от ангелов. Миллиарды, миллиарды ангелов славят Тебя. От птиц небесных, зверушек всех, растений, деревья рукоплещут Тебе. Холмы, горы скачут и славят Тебя, небо и земля. Боже, а наипаче Ты принимаешь хвалу и ждешь этой хвалы, Господь. Ты ищешь поклонников, которые поклонялись бы Тебе в духе и в истине. Спасибо Тебе, Господь. Пусть действительно
Боже, в наших судьбах вот эта Твоя мечта осуществлена будет. Твой поиск, Боже, Твоя жажда удовлетворена будет. Как наша удовлетворена жажда Тобой будет, Господь, Твоя нами. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Боже, пусть, Господь, совершает это чудо, наше погружение в Тебя, Твое погружение в нас. Они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Братья и сестры, благословляю вас всех, благословляю во имя Господне, благословляю во имя Иисуса Христа, благословляю свою семью сейчас, благословляю детишек наших, внуков наших, благословляю ваши дома, родных, ближних, во имя Господа Иисуса Христа, благословляю. Благословляю Кривой Рог, благословляю Кривбасвязь, благословляю Украину, Киев благословляю. Вот. Благословляю всех любящих Господа, боящихся Господа, малых и великих, верующих разных конфессий, разных деноминаций, разных ветвей, огромного древа Церкви Божьей. Спасибо Тебе, Господь. Благословляю Иерусалим, благословляю Израиль, благословляю еврейский народ и все народы нашей страдавшейся планеты. Благословляю. Во имя Господа Иисуса Христа. Пусть откровение Сынов Божьих, оно приходит и распространяется по всей земле. Бог во Христе примирил с собою мир. Аллилуйя. Не вменяй людям преступлений их и дал нам слово примирения. Благословен Господь. Аминь. Роман пишет. Да, Роман, и вас благословляю, и Александра, и всех-всех-всех братьев и сестер благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Благословляю вас, друзья, братья, сестры. Буду готовиться к служению сейчас, уже скоро за мной приедут. Братья обещали пораньше забрать, вот, и еду на служение сегодня. Вот, одно служение, потом буду на другом служении, вот, и вся слава тебе, Господь. Николай пишет, аминь, аминь, аминь. Благословение Господне всех вам из Кривого Рога, с любовью, во Христе Иисусе, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа Иисуса Христа, Его милости и благости. Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе!